Сегодня в программе «Свободное время» мы узнаем, как можно оживить картины и кто в Омске сегодня в авангарде. Об этом и не только нам расскажет один из авторов проекта «Авангард от Малевича до Шагала» Екатерина Вельц. Добрый день, Екатерина. Рада вас видеть в нашей студии. Сегодня мы поговорим об очень интересном проекте иммерсивной выставки «Авангард от Малевича до Шагала». Для начала расскажите, что обозначает само понятие «иммерсивное». Иммерсивность – это глубокое погружение. Иммерсивность подразумевает создание некого 3D-пространства, в котором посетители не довольствуются только ролью зрителя, но и пытаются взаимодействовать, они становятся частью этого действия. Наша выставка, она не просто предполагает созерцательный процесс, она предполагает какую-то просветительскую составляющую. Мы попытались взглянуть на разные направления в авангардном искусстве с точки зрения визуального ряда и сделать это так, чтобы зрителям дать какой-то ключик в руки и сказать: попробуйте, прочтите, попробуйте, откройте, попробуйте понять, почему так, почему это искусство такое сложное, возможно, оно там не признанное до сих пор, да, но, может быть, вы сможете это сделать с нашей помощью. Мы очень на это надеемся. Как организовано выставочное пространство? Это тоже что-то авангардное? Большое спасибо, конечно, Городскому музею искусства Омска, потому что музей новый, прекрасный, молодой, он живой абсолютно, в него заходишь, и он очень вдохновляет, несмотря на то, что в нем нет вот этого музейного пафоса какого-то, хотя, может быть, из-за этого в том числе. И пространство, в котором хочется жить, обживать его хочется, да, в связи с тем, что он новое. И мы заняли там компактно первый этаж, поделили его на 4 зоны, то есть одна зона лекции у нас будет, вторая зона с арт-объектами, 3D-мэппингом и интерактивными зонами. Следующая зона будет у нас посвящена фотосессиям, то есть там будет несколько фотозон. И самый наш главный зал с анимационным контентом, где оживать будут картины, и вы будете перемещаться во времени, пространстве и в разные места попадать. Это вот этому посвящен целый зал. То есть стены абсолютно все заливаются мультимедийным контентом. И вот добро пожаловать в мир авангарда. В начале 20 века авангардное искусство транслировало передовые идеи общества. Какие передовые идеи несете вы? Русский авангард – это феномен 20-30-х годов 20 века, когда пытались пересмотреть многие понятия, да, это время революционное, и в том числе понятие искусства тоже пытались сломать, пересмотреть, по-новому его открыть, трактовать. У нас новаторский подход будет, наверное, отражен скорее в подходе, да, к вообще к понятию «поход в музей». Хочется нам сделать из нашего посетителя соучастника нашего. Хочется сделать из него нашего партнера, нашего друга, не знаю, того человека, который будет неотъемлемой частью того действия, которое он увидит. На мой взгляд, чтобы воспринимать искусство, понимать его, нужна какая-то подготовка, некий бэкграунд. Да? Вот человек, приходя на выставку авангардного искусства, может мало что понять, если у него нет базы какой-то. Вот для кого ваш проект? Наш проект как раз рассчитан на зрителя как подготовленного, так и неподготовленного, потому что мы понимали, здесь будет у нас две аудитории совершенно точно. Это те ребята, которые действительно имеют отношение к миру искусства, кто интересуется, кто читает, смотрит, у кого есть большая действительно насмотренность в этом ключе. И вторая аудитория – это совершенно люди, далекие от изобразительного именно искусства, которых обязательно нужно чем-то зацепить, чем-то новым, чем-то, возможно, необычным, возможно, чем-то, что они в жизни просто там не видели, не наблюдали, просто в такого формата похода в музей они не испытывали, не участвовали в этом. И поэтому пришлось сочетать вот эти вот две аудитории, эти два запроса. Я надеюсь, что мы
ну, сумели удовлетворить запросы тех и тех посетителей. Как появилась идея сделать такую выставку? Быть может, это какая-то личная заинтересованность? Я всегда равняюсь на тех людей, которые находятся как раз-таки в авангарде, да, искусства, культуры в нашем городе. Это там Дмитрий Васильев, главный дирижер Омского симфонического оркестра, который делает потрясающие большие проекты для Омска, Омской области в музыкальной сфере. Это Светлана Баженова, которая драматург, она пишет потрясающие пьесы, ставит их в Центре современной драматургии. Это Эмма Васильева, которая организовывает творческий кластер, вокруг себя собирает творческих людей. Это Омская арт-резиденция, да, в том числе. Недаром авангард, да, в переводе с французского, передовой отряд. То есть люди, которые находятся впереди, люди, за которыми хочется идти или даже бежать. И в этом смысле меня всегда поражает их смелость, их напористость. Они не готовы отступать, да, и готовы людям нести что-то новое, новые идеи, новые смыслы. Не боясь ничего, не боясь быть непонятым. Еще одна любопытная находка ваша – это фотопроект «Мы в авангарде». Мы решили объединить картины русских авангардистов и этих авангардных людей в нашем городе. И при помощи проекции мы помещали эти персоны в контекст картины русских авангардистов и фотографировали. Мы сами просто были захвачены процессом, потому что настолько интересно смотреть, как личность человека, как эта персона может влиять на картину, да? Насколько она может ее менять, может дополнять. Либо картина может не идти человеку, просто не подходить. То есть были несколько картин, которые просто ждали своего человека, да? Человек приходил, вставал в нее, допустим, там Саша Астахов, который делает у нас потрясающие корпоративные фильмы. Он пришел, встал в картину, которая вообще никому не подходила, мы уже отложили там ее в долгий ящик. И нам показалось просто, что он всегда там был, просто он там жил, он из нее вышел как будто бы. Это просто потрясающе было, и все там повернулись, начали, да, на съемке кричать: «Вот-вот, смотрите, смотрите, давайте ловите этот кадр, это круто». А что было самое сложное? Вы говорили о полной погруженности в тему, да, что это вот потребовалось изучение контента дополнительное. Невозможно сделать, допустим, выставку мультимедийную, да, то есть вот с новыми технологиями, где полотна там оживают на стенах музея, если ты банально в Третьяковку не сходил и не посмотрел эти произведения, да, вот так вот, воочию ты с ними не встретился. А когда ты встретился, ты с ними познакомился, поздоровался, ты понял, ну, не знаю, у меня какая-то эта связь была через это налажена, мне кажется. Меня это очень сильно вдохновило, и, конечно, хочется, чтобы не только те, кто имеет возможность Третьяковку посетить, смогли, ну, как-то приобщиться, вдохновиться там «Черным квадратом» Малевича, допустим. Вы заговорили о «Черном квадрате», не могу не спросить, как-то будет оживать эта картина на выставке? Мы долго думали, как это обыграть, как это включить в экспозицию, что можно с этим интересного еще сделать, кроме банальных шуток про то, что там белое на белом, «Черный квадрат», что-то там картина под картиной и так далее, что он хотел сказать этим. И будет там момент, посвященный отдельно этой картине, потому что это картина, которая перевернула мир, да, это картина философии, это картина вообще новая ступень просто в каком-то восприятии искусства, когда люди стали задавать вообще себе вопрос, а что такое искусство? Что может быть искусством? Вот, есть такой момент, я не буду сейчас спойлеры какие-то, да, кидать, вы придете, увидите, но вообще, понятное дело, что хотелось нам зрителей тоже подготовить, и поэтому в плане какой-то наслушанности, наглядности мы приглашаем всех на лекции, которые у нас будут проходить по выходным дням. Это лекции, мастер-классы, арт-классы какие-то, все посвященное искусству. В том числе тесно взаимодействуем с преподавателем истории искусства Галиной Черба, которая 7 июля прочитала у нас лекцию, посвященную Малевичу. Она так и называлась: «Малевич. Путь к черному квадрату». Это только омская история или пойдете дальше? Мы пойдем дальше, конечно. Теперь проект есть, он живет, и мы его повезем обязательно в другие города.
Съедем, покажем. Эта практика тоже не новая. Мы знаем, что и к нам, в том числе, в наш город приезжал другой проект, да, там с мультимедийным контентом, с мультимедийной выставкой. Но здесь все-таки это наше, омское, нашими руками сделанное. Мы действительно очень за это болеем, это наше дело. И повезем дальше, будем показывать. Надеюсь, что мы найдем своего зрителя в других городах. Спасибо вам большое. Думаю, что обязательно стоит сходить, посмотреть. В доме художника «Век импрессионизма» на выставке представлено более 50 цифровых репродукций картин Мане, Гогена, Дега, Ренуара, Писсаро и Ван Гога. Во вторник отправляйтесь по следам пернатых. На бесплатной экскурсии по птичьей гавани можно увидеть более 100 видов птиц и 300 видов растений. В «Орликине. Красавица и чудовище» спектакль белорусского режиссера Олега Жюкжды – это классическая история под аккомпанемент саундтреков из компьютерных игр. В кино на этой неделе фильм «Коррупционер». Бывший заключенный пытается наладить свою жизнь, но вновь оказывается втянутым в криминальную историю. В субботу – «Ночь музыки». Это бесплатные концерты под открытым небом. В центре Люблинского проспекта сыграют омские, новосибирские и екатеринбургские музыканты. На выходных пройдет водный фестиваль. Для битвы стенка на стенку наберут полтонны воды. Вход свободный.